Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на открытии 20-го юбилейного международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» в концертном зале имени Чайковского. С вами в прямом эфире телеканала «Россия. Культура» журналист-телеведущий Александр Малич. И телеведущая Татьяна Геворкян. За минувшие 20 лет «Щелкунчик» стал настоящим музыкальным явлением. В нем приняли участие 912 юных музыкантов из 41 страны мира. Из них жюри выбрало 171 «Щелкунчика». Но наши лауреаты и дальше продолжают расти и совершенствоваться. Они участвуют и побеждают в престижных музыкальных конкурсах. Вспомним, например, Данила Трифонова, обладателя золотой медали и гран-при конкурса Чайковского. Ну и сам «Щелкунчик» все 20 лет тоже рос. Расширялась его география, возник Международный попечительский совет. Конкурс стал полноправным членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества. А еще за эти годы появилось зрительское СМС-голосование, появились прямые эфиры и онлайн-трансляции на сайте телеканала «Россия. Культура». Невероятно, но теперь все туры «Щелкунчика» зритель может наблюдать в любой точке земного шара. И даже наградные статуэтки «Щелкунчика» стали настоящими произведениями искусства благодаря художнику и скульптору Михаилу Шемякину. Наших конкурсантов все эти годы поддерживали выдающиеся исполнители, композиторы, преподаватели. И знаменитые дирижеры Владимир Федосеев, Дмитрий Лис, Гинтер Исринкявичус, Ян Латем Кёниг, Миша Дамев. И это далеко не все маэстро, которые помогали нашим юным музыкантам во время церемонии открытия и финала. Ну, тогда нужно вспомнить и оркестры, которые им аккомпанировали. Большой симфонический оркестр, Госоркестр России имени Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный симфонический оркестр, Новая Россия. И, конечно, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, который уже много лет сопровождает наш конкурс. И сегодня он с нами. Художественный руководитель и главный дирижер Юрий Симонов, за дирижерским пультом маэстро Антон Шабуров. Как всегда, торжественная церемония открытия конкурса «Щелкунчик» — это невероятный праздник музыки, где зрители ожидают и специальные номера, и мировые премьеры. Ну что ж, начнем? Да, конечно. Добро пожаловать в мир «Щелкунчика». Вот они, юные музыканты, новые участники конкурса. Thank you.
Уссурийск, Старый Оскол, Ноябрьск, список адресов Щелкунчика год от года прирастает новыми российскими городами. В этом году их 16. Не только городами, но и странами. На сей раз участники приехали к нам из 18 государств. Ну а сейчас мы хотим представить вам тех, кто по достоинству оценит юные таланты, наше авторитетное международное судейство. Представляем членов жюри в номинации «Фортепиано». Почетный доктор университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве, почетный профессор Иерусалимской музыкальной академии, основатель и артистический директор Международного камерного фестиваля в Иерусалиме и фестиваля Intonations в Берлине Елена Башкирова, Германия. Профессор частной академии Райда Смита в Цинциннате, художественный руководитель летней академии и фестиваля Beyond the Piano в Бенарске, Испания, основатель фестиваля Grand Piano in Palace в Санкт-Петербурге Александр Яковлев, Россия. Лауреат международных конкурсов, победитель международного конкурса пианистов в Лидсе Анна Цибулева, Россия. Приветствуйте жюри в номинации «Струнные инструменты». Профессор Королевских академий Лондона, Мадрида, Роттердама, а также Академии в Интерлакене Захар Брон, Германия, Россия. Почетный профессор Московской государственной консерватории и Санкт-Петербургской государственной консерватории Давид Герингас, Литва, Германия. Профессор Венского университета музыки и исполнительского искусства, художественный руководитель Международного фестиваля камерной музыки «Капофест» в Венгрии, концертирующий виолончелист Иштван Вардаи, Венгрия. А в номинации «Духовые и ударные инструменты» наших конкурсантов оценит солист и дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Иван Столбов, Россия. Лауреат международных конкурсов, участник квартета саксофонистов «Сигнум» Айрапет Аракелян, Армения, Германия. Профессор и глава отделения ударных инструментов Университета музыки в Любеке Йоханнес Фишер, Германия. Профессор Университета музыки и искусств в Вене Небойша Живкович, Сербия, Германия. Некоторые из уважаемых членов жюри сегодня выйдут на сцену, чтобы выступить перед зрителями и юными участниками конкурса. А уже завтра наших конкурсантов ждут непростые состязания, а пока они могут чуть-чуть расслабиться и вместе со зрителями телеканала «Россия Культура» насладиться праздником музыки. Наряду с членами жюри на сцену сегодня выйдут участники конкурса разных лет. Мы с трепетом и с гордостью следим за тем, как складывается судьба каждого из них. Крохотная 12-летняя скрипачка из Японии Мурата Нацуха уже стала большой знаменитостью не только у себя на родине, но и во всем мире. Она выступала с Токийским симфоническим оркестром и виртуозами Москвы. А теперь открывает и нашу программу. Мурата не раз признавалась, что очень любит Чайковского. И сегодня она этому чувству изменять не намерена. Чайковский. Финал концерта для скрипки с оркестром. Золотой щелкунчик 2018 года. Мурата Нацуха. Япония. Thank you.
Thank you.
Первая музыкальная школа сибирского городка Карасук трижды посылала своих учеников на конкурс «Щелкунчик». Здесь побывали тубист, трубач. Но обладателем «Золотого щелкунчика» год назад стал Иван Петков. Он показал отличное владение одним из самых редких и выразительных духовых инструментов – баритоном. И хотя Иван мечтает сделать баритон сольным инструментом, поддержку нашего оркестра в финале конкурса он все же оценил сполна. «Классный! Оркестр очень помог», — признался нам Иван. Итак, те же там же, год спустя. В исполнении Ивана Петкова прозвучит «Венецианский карнавал» Жана Батиста Арбана. Thank you.
композитор, который раздвинул границы между Востоком.